22 декабря в торговом центре Астрии можно было провести выходной день активно. В рамках мероприятия «Встретим Рождество по-спортивному» команда целевого учреждения «Нарвалина Арендус» рассказала и показала возможности активного зимнего отдыха в городе Нарва. Жители и гости города смогли познакомиться с услугами тренажерного зала и велопрокатом на Липовой ямке. Также у всех была возможность поучаствовать в спортивных состязаниях, а инструктор из лыжной школы Дарья Лисовская рассказала, почему важно кататься на лыжах, да и вообще, почему необходимо двигаться. Музыкальное настроение создавали ребята из танцевальных и вокальных коллективов города. Поп-джаз-ансамбль Аллы Якубовой, Magic Land, Пясуки, Step Up, Варьют и Шанс. Ну, поскольку торговый центр Астри, как и торговый центр Фама, это наши большие друзья-спонсоры, которые предоставляют нам большое количество подарков для наших розыгрышей, для поддержки наших спортивных, культурных, массовых мероприятий, которые мы проводим как на Ореховой горке, так и на Липовой ямке, на променаде. Поэтому мы иногда выходим со своих территорий к ним, к нашим друзьям, и привозим с собой наш инвентарь, наше оборудование. Мы привозим наши фатбайки, концепты с тренажерного зала, с пляжного здания. Сегодня, поскольку зима, сегодня спортивный день, и мы рассказываем про лыжную школу, которая открыта уже у нас на Ореховой горке. Учителя физкультуры могут заранее договориться, и уроки физкультуры на лыжах на Ореховой горке совершенно бесплатно проходят. Какие планы на зимний период? Вся информация у нас традиционно на нашей страничке в Фейсбуке «Нарвалина Арендус». Можно зайти и посмотреть. Ну, практически каждые выходные что-то проходит. И, естественно, календарь мероприятий сейчас составляется. Но поскольку зима, это все будет связано с лыжами, с активным образом жизни на улице. Но, опять же, тренажерный зал работает с 8 до полдесятого каждый день. Есть целевые группы, которые имеют 50% скидка. Это, естественно, наши любимые студенты, ученики, учителя, для профсоюзников, для пенсионеров, для многодетных родителей. Вот эти скидки, 50% скидка в тренажерный зал. То есть за 15 евро в месяц можно ходить хоть каждый день и заниматься здоровым образом жизни. Новогодние поздравления. И пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех жителей города и тех туристов, которые сегодня в торговом центре Астри, с наступающим Рождеством, с Новым годом, чтобы следующий год был активный, позитивный, чтобы все улыбались, все занимались здоровым образом жизни и приходили на наши мероприятия.